сибирский музыкант, очень известный пианист, композитор Роман Столяр. Давайте его поприветствуем. Роман Столяр. И на эту сцену уже вышла. Я представляю нашу дорогую певицу, большого друга Михаэлу Штанхавер. Это будет такая история, состоящая из нескольких стандартов. Я передаю микрофон Михаэле, и она вам все расскажет. Yesterday.
As strong as the sea of love.
I saw you. And it happens that you were not alone. Oh my, she was beautiful. She was beautiful. And I felt betrayed. Around midnight.
hear those church bells starting. Kind of never entered my mind
it never entered my mind.
Bye.
liked it. Если вам понравилось, у нас есть еще второй сет, еще с блестящими музыкантами, еще тем, еще больше. Большое спасибо, Михаилу Штанхауэр, или просто Миша, Михаилу Штанхауэр и Роман Столяр, горячий сибирский пианист и композитор. Сибирь, тайга, тундра, волки, лес. Наверное, 5 минут, и мы дальше продолжим. Пока можно заказать кофе. Снова здравствуйте. Итак, сейчас вы услышите премьеру. Мы для вас сыграем впервые. Мы, русские музыканты, исполним музыку Миши. Не так давно у Михаила вышел альбом в Америке. А, выходит. Выходит. Миша, расскажи, что выходит, с кем там, что... Да, давай. Ну, давай, давай. Но мне, извините, с русским не очень, поэтому, пожалуйста. Я писала последние 3 года, я живу уже в Нью-Йорке, я писала новые песни, которые... На самом деле это концептуальный альбом, который рассказывает как бы story, рассказ о как бы трудностях в жизни и как можно из этого избавиться, как бы через депрессию найти новую красоту жизни. И вообще это очень интересный проект для меня, потому что я могла там как бы из этого сделать как бы art project изо всех сторон, потому что lyrics, они сам по себе рассказ дают. Музыка, значит, имеет общую рамку, а тоже artwork очень на это работает. И нашли мы музыканты, которые из Бразилии, один немец, который там женился с бразильянкой, а два бразильянца. И один человек из Польши, который играет на басу. И пришлось, что мы в Нью-Йорке сделаем джаз-музыка, но не с нью-йоркскими людьми. И мне очень нравится этот проект. И если вы придете на мой сайт, это www.misha-steinhauer.com, вы там и можете уже чуть-чуть послушать, что там творится, почитать. Там играет, спасибо, Хендрик Меркенс, он у вас был? Ой, я даже не знала, извините. Приезжал в Москву, несколько лет назад. Да, Хендрик Меркенс, он играет на вибрафоне и на губной гармошке, спасибо. И он скажет, что он как бы следующий тут Тилеман, который недавно умер. У него прекрасный стиль и прекрасный звук, и вообще, да, вот все. Я плохо, трудно говорить о своих вещах. Вы заметили, что к нам на сцену поднялись всем известные музыканты московские, особенно хорошо известные здесь, в клубе Алексея Козлова. Это Игорь Иванушкин, контрабас. И Петр Ившин, барабаны. Между прочим, завтра, если вы приедете сюда, вы услышите авторский проект Игоря Иванушкина, в котором будет играть Петр Ившин. Так что мы с тобой. Итак, мы начинаем. Опять Миша будет все рассказывать. Ну ладно. Ладно. Вообще этот
альбом должен был уже autumn, значит, осенью. Здесь, конечно, уже зима, извините. В Нью-Йорке еще autumn есть, поэтому мы сейчас поем первую песню. Here comes autumn again. Bye.
Спасибо. А сейчас мы приглашаем на эту сцену шестого участника этого коллектива, Юлия Маликова, флюгель Горн. Приветствуем. Thank you.
That's how it all falls down, you know?
all breaks down. You just don't know where you are. That's the real stories. The real stories. The real life stories. And you have to pick the pieces together again from here and there and everywhere. Put them into a new frame. But that's also
Честно говоря, с такими людьми играть дает столько много удовольствия, вы не можете себе представить. Я пишу такие вещи, вы знаете, на самом деле, как человек, который подготовит еду. Я пишу, я приглашу гости. В этот раз это не была я, которая пригласила, но спасибо тебе, Лёша, что ты их пригласил. И потом они кушают, или тебе скажут, ну ладно, было интересно, или им нравится. А тогда это такой, даже не знаю, как вам это перевести, как передать это вам. Это такое счастье, если ты видишь, что людям это не только гутируют как-нибудь, но любят, что ты им дал. И я просто рада. Давайте дальше. Знаете, so this song just now was about a death. And the tragedy in life is that even if you put the princess into the from the ashes into the beautiful palace, she still sits in the ashes. And the problem really is that even though everything might turn out beautiful and nice, the hurt still is there. And you don't know. You just don't know why. Every time she sees a baby cradled in its father's arms, she starts to cry. She wonders why. She calls herself a rolling stone, a pilgrim spirit. Oh, my home, a make-believe, just to hide her grief. Thank you.
she sees her husband playing with that giggling child. She starts to cry. No reason why. And here they go again, how come they always end up misunderstanding each other? If I don't, who's to blame? I sure you're to waste their precious time that way. If she could take back the words she said, she'd do it right away. She'll never want to lose it, but worries come mind of her side. Screaming, you know when it's a thing. And what she says, but then you try your tricks. Hey, you lose and her.
pop up again. You just know. I mean, you kind of hide them under the carpet, but then they pop up again. That's how it is. Better be honest from the very beginning. She knows she should be happy.
come to our last song. On the CD, there are several others. So we come to our last song. Hello, how are you doing? Yeah.
Алексей Круглов на саксофон. Всем поприветствуем еще раз Михаилу Штанхауэр. Михаила, или просто Миша, ее проект, в котором играют замечательные московские и даже один сибирский музыкант. Роман Столяр. Рояль. Игорь Иванушкин, контрабас. Петр Ившин, барабаны. Юлия Маликова, флюгельгорн. Алексей Круглов. И Михаил Штанхауэр. Миша. Спасибо, спасибо, приходите завтра. Завтра будет, как я уже сказал, Игорь Иванушкин и Петр Ившин представлять проект Игоря Иванушкина. Будет много разных музыкантов. Юрий Еремчук, например, который... Вчера был концерт Джона Бучера. Это такой саксофонист, вот кто не знает, такой, который работает... в рамках саунд-арта, вот такой некий, так можно сказать, авангардное такое направление, как принято у нас говорить, но все-таки не совсем авангардное, такое же совсем уж ответвление импровизационное. Так вот, Юрий Еремчук, он один из, не то чтобы последователей этого саксофониста Джон Бучера, но вот он работает в этом же направлении, и это очень интересно, ужасно интересно. Так что вот, будет возможность, приходите завтра. В общем, это авторский проект Игоря Иванушкина. У него недавно вышел диск на орбите. Вот он, собственно, будет его уже не первый раз представлять. Так что приходите. И большое спасибо. Спасибо.